you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хочу поздравить вам канал бывшего администратора магазин Ролиплей первого сервера Диего Траблы. Его канал называется Баба Гейм. Он снимает будни девятки, также он снял видосик, из-за чего его сняли с админки, обязательно посмотрите. Снимал будни админа, сейчас снимает разные обзоры серверов, Аномальска, Радмира, снимает будни девятки ППС, так что обязательно подписывайтесь. Ссылочку на его канал я оставлю в описании, давайте поможем ему набрать 100 подписчиков, я думаю, он будет очень рад. В принципе, снимает он хорошо. Поэтому подписывайтесь, повторюсь, ссылка в описании, сам подписан, смотрю каждый видеоролик, поэтому давайте поддержим парня, приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Luxury Roleplay. Итак, как вы знаете, в принципе, я здесь играю уже довольно-таки давно, ну, короче, я здесь частенько играю, кто из подписчиков здесь играет, в принципе, те знают. Сразу скажу, что нужно установить обязательно модпак, чтобы играть на данном проекте. Нужно его скачать и установить, потому что без модпака вы не сможете здесь играть. IP, группа и ссылка на модпак тоже будут в описании, если что. Мне пришлось регать, короче, чуваки, новый аккаунт. Из-за чего? Потому что я случайно удалил свою личную машину и как бы... Я ее удалил, ее нету вообще на сервере, но как бы она у меня есть, и я не мог купить другую машину. Мне пришлось заново аккаунт создать, но мне вернули админку, все дела, короче, деньги я сам себе, донат выдал, вот. Сейчас, в принципе, купим себе новый дом где-то, и сегодня хочу купить еще гараж и машину. Я думаю, это будет очень даже неплохо. Погнали вот сюда, зайдем. Тут, по-моему, магазин одежды, если я не ошибаюсь, да? Да, купим себе сейчас какой-то скин. Более-менее нормальный, чтобы был, так. Ну, такое себе, конечно, так. Так. Гопник, ага. Надо что-то такое себе выбрать. Более-менее нейтральное такое. Это у меня раньше скин был. Ну, что-то новенькое надо взять. Потому что, я думаю, скин надоел вам уже. Может, такого хача возьмем? Давайте такого хача возьмем. Нет, спасибо, ебать. Хача такого возьму, короче, будем. Хачом, ебать. Дневник хача, блядь. Да. Так, теперь, в принципе, поехали за тачкой. Сейчас я заспавню, чтобы доехать. Хотя бы так. 4. 400. Нет, 562 точно. Так. 164. 0. Вот. Сливочка, в принципе, какая была предыдущей серии. Красавица, короче, там все дела, щури-мури, короче, да, блять, ебашит, конечно, жестко прям, вот прям ебашит жестко. Хотя я думаю, давайте, может, съездим сейчас спрошу в южном добави или новые машины в автосалон. Давайте я спрошу. Пока здесь посмотрю, в принципе. Ух ты, бля. Посмотрю. Блин, ну тут ничего такого нету, чуваки, блин. Я хотел бы реально себе такую сливу купить. Ну тут сильно все такое мажорное, блин. Хуракан у меня я уже не хочу. Просто реально, блин. Не знаю, что даже взять. Можно будет. Кабана я думал взять, да. О, все. Короче, едем тогда в этот. Как его? В южный. Посмотрим, какие там есть машины. Потому что, ну, блин, у меня, ну, как бы, возможности дохуя. Я могу себе, ну, любую машину купить в элитном автосалоне. Я хочу посмотреть обычные машины, какие новые добавили. Я думаю, вам тоже это будет интересно. Поэтому едем в южный. За новой машиной. Возможно. Если там ничего такого не будет, то приедем в Арзамас, купим элитную какую-то машину. Так, мы продолжаем. Я перезашел, потому что у меня кое-что... Короче, тачку не садился почему-то. Меня выкинуло. Я перезашел, вот все нормально, конечно. Немного я въебался. Вот повреждения, смотрите, какие просто слива такая.
проработанная. Это пипец просто. Так, мы едем в автосалон Юшки, да? Правильно все. Так, что-то я правильно... Я, конечно, туда поехал, короче, но хрен с ним. Сейчас доедем, что-то купим. Я думаю, там, может, эта слива даже продается. Я бы, на самом деле, взял бы себе такую сливу, пацаны. На ковшах, ну, все дела. Винил еще на нее есть. Винильчики, бля. Ух ты, ебаный свет. Так, аккуратненько. Ух ты, бля. Ух ты, ебать. Так. Что-то тут мусоров много. Гелик мусорской. Так, ДЛВХ. Убираем машину и почти зайдем в этот салон. Так, десятка, Honda Accord, Lada Priora, ВАЗ-2107, о, Субарик. 700 тысяч, так, Бэху это я помню, Лансер. Пятнашка, да, Туарех, о, М5. Ну, блин, я, конечно, люблю М5, но я думаю, вам надоело, что на каждом сервере я на М5 езжу. О, вот она, кстати. Вообще топчик. Ну, я думаю, сливу, в принципе, надо взять. Согласны, я думаю, со мной? Надо брать сливу. А где она слива это делать? Я же листал, вроде она тут была. Ну, Dodge, Toyota Celica. А, вот она. А можно дальше цвет полистать? Другой какой-то. Ладно, давайте пока так в таком цвете купим ее. Окей. Да. Лялька. Просто лялька. Так. Что ему нужно, мне интересно? Проблем. Так, фары. Режим спорт. Ремень. Дай позже 30 тысяч. Ну, на тебе 30 тысяч. И я поехал дальше. Так, нам теперь нужно получить номера. Хотя на эту тачку, я не знаю, нужны номера или нет. Я без понятия на самом деле. И нам нужно в первую очередь купить, наверное, номера получим мы уже в следующей серии и затюнингуем ее. Да, здесь есть тюнинг, но нужен лидер СТО. Да, здесь нужен лидер СТО, прикиньте. Тут, короче, у вас, ну, не система тюнингует, а человек. Ну, настоящий игрок, понимаете? Поэтому надо будет кого-то попросить. Во-во-во-во, полегче, тихо. Так, что она не тулит, мне это не нравится. Во. Вот это другое дело. Так, тормозюльки. Блин, вот эта слива, конечно, она бешеная. Так, ПРОЕСД. Все, проехали. Я не знаю, кстати, где дом купить можно. Такой домик. Где его можно купить? Где его можно купить? Я не знаю на самом деле даже. Но нужен обязательно нам дом. Просто обязательно нужен нам дом. И я уже разбил машину. Ну это ж я, это нормально в принципе. Разбить машину я могу вообще легко. Так, давайте здесь вернем, наверное. Оп. И поедем дальше. В принципе, в сторону Арзамаса. Не знаю, можно в этого поехать, там, где я хотел дом себе купить. Ну, хрен знает. Может, что-то еще сейчас поищу, какие-то домики. Так, и может быть где-то куплю. Я хочу дом, и чтобы недалеко был гараж еще. Вот как я хочу, в принципе. Это было бы реально круто. Поэтому сейчас мы отправляемся в поиски дома и гаража. Вот машина реально я доволен. Реально, блин. Эмоции тоже нормально приносит. Она и топит, и по бокам можно повалить, когда надо будет. Конечно, цвет надо будет. У нее винил, я так понял, здесь есть. Можно будет на нее какой-то винил поставить. Но я тоже думаю, в следующей серии мы на нее поставим винилы и блат номера может поставим какие-то. Я вроде слышу, что в ГИБДД. Я спрашивал. Типа говорили в ГИБДД. Но я не знаю, там надо, чтобы человек был, либо можно самому. Так, я на желтый проехал, если что. Не нарушайте тоже правила дорожного движения. В принципе, все соблюдайте. Так. Блин, можно вообще квартиру купить, как бы, блин. И здесь же, как, ну, рядом гараж есть, видите, вот он. Сейчас.
Вот это гараж сейчас. Подвеска моя бедная. Так, вот он. И гараж купить рядом как раз. Либо купить этот дом. Транзит. Тоже 4 гаража, видите, здесь 4 квартиры и 4 гаража. Блин, еще бампер разбил. Хотя видите, какие у него повреждения вообще четкие. Но, блин, я не хочу четвером жить, как бы, ну... Это не то. Это будет не то. Поэтому, увы, но нет. Бля, вот эту тачку разъебал. Жестко. Давайте хотя бы посмотрим, сколько квартиры стоит вообще. Мне реально интересно просто. Так. Конечно, выходить с него неудобно, но это нормально. Так. Мы в подъезд зашли. О, нихера себе, подъезд прикольный. Так. Вот как раз... О, это что? Нихера себе, это так прикольно. Я, наверное, здесь квартиру куплю, в принципе. Как ее купить, только... А... Меню управления квартирой. Бать, тут квартира лучше, чем мой дом, нахуй. Конечно, я беру. Вы не в магазине. Как купить? Как купить? Чтобы войти, так. А, чтобы купить. Buy house или чё? House help. Для того, чтобы ознакомиться с своими командами. Ну, войти я понял как. Как купить? Так, меню управления Fiat. Flat. Flat. Так, купить квартиру. Да не похуй, все. Купили. Вас могут выселить или не будет вовремя. Окей. Оплатим. Ничего страшного. Так. Продать квартиру, кварплата, двойной замок. Ваш квартира. Была закрыта. Так. Информация. Окей. В принципе, блин. Мне нравится квартирка. Я, в принципе, здесь, наверное, буду и жить. В принципе, ну, неплохо. Блин, тут эта квартира лучше, чем мой дом раньше был. Ну, серьезно. Ну, по интерьеру я имею в виду. Реально прикольно. Ну, что, выходим. И пошлите, купим себе, наконец-то, гараж. Надо тачку еще паркануть. Все-таки правильно, что я здесь выбрал купить себе. Кстати, вы можете тоже здесь покупать. Я, блин, так, кстати, не заметил, сколько он стоит. Ну, вроде не сильно дорого. Так. Конечно, кто-то залазит через крышу, это немного... Ну, это нормально, чуваки, это просто... Как бы это слива, по идее, как я понимаю. Хотя, может быть, и нет. Так, я пока что паркану машину здесь. Вот, прям здесь. А потом еще в гараж закину ее. Так, парк. Все, глушись и стой здесь. И закроем ее. На всякий случай. Так, закрыть. И пошлите, купим вот здесь гараж. Это будет прям топчик. Так, G-меню. Ой, так, G-меню. Так, что, стоп. G-меню. Как его купить, этот гараж, я забыл. Либо это не такой гараж. Так, стоп, G-меню. Давайте еще раз спрошу, как купить гараж? Гараж. Блин, может этот нельзя купить гараж, может дальше можно купить? Блин. На самом деле это хреново, если только дальше можно купить. Ну, хотя сзади дома можно вот здесь купить. Блин, это придется ту хату продать и купить здесь, если на то пошло даже. Ну, G-меню. Так не могу я гараж никак купить. G-меню. Вроде G-меню. ТП к тебе. Так. Ну, блин, я не знаю, как гараж купить. Я хочу гараж. Но я не знаю, как его купить. Вот в чем вся проблема. Короче, блин, это у меня уровень был маленький. Видите, тут с 8 уровня только гараж можно покупать. Поэтому я сейчас себе выдам, по идее. До 8 уровня себе выдам.
Так, до 8 уровня, 7 и 8. Давай. Все. До 8 я прокачался. Так. Чистим. И G-меню. G-меню. G-меню и нихуя не происходит. Блин, все равно ничего. Не могу купить. У меня уровень не повышается, чё? Кирилл, ты мне X2 сделал. Да, я себе вроде сделал. Чё, блин, это... А, это перезайти надо. Сейчас, короче, перезайдем и купим уже гараж. Так, вот я перезашел, у меня в табе пишет 8 уровень, по идее сейчас мы должны его уже купить. Так, G-меню. G-меню. Ну и чё? G-меню. Правильно. Может в середине надо писать, я ебу. Блин. А чё он не работает? Ёб твою налево. Мне это не нравится. Я хочу гараж купить. Блин. Может не G-меню, может что-то другое. Может это с третьего уровня. Но. Не покупается. G-меню. Г-меню может. Габай. Габай. Короче, блин, сегодня мы все-таки не купим, видимо, гараж. Но мы купили машину, в принципе. И этот, как его, квартиру. Может быть, я разберусь, блин. И купим уже в следующей серии гараж. Но на следующей серии планы это поставить номера и затюнячить нашу сливу. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока.